Hola, amigos, с вами Квантум. Задача построить башню, чтобы она не рассыпалась. На башню действуют законы физики. Твоим отсутствие. О! Что? А чего стало? Куда? Спуски, один залп и все! Открыть и установить орудие на башню, накопить энергию и попытаться победить оппонента. Раунд считается выигранным, когда ты уничтожил реактор противника. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк и напиши комментарий, что тебе понравилось. Ну а мы начинаем. Да стройся ты, стройся, по-братски скорее. Куда ты там строишь? Не хочешь мне рассказать? Куда? Ну, ты можешь посмотреть, потерять свое время и узнать, куда я строюсь. Ну ты строишься, ну ты строишься. А я вот строюсь, я строюсь. Хреноплет! Кто хреноплет? Я? А может быть ты? Нет, не я, ты. Два дебила просто. Неадеквата. Так, значит, нам нужно сделать хоть что-то. Когда мне там построится, а у меня уже строится, отлично. Ага, я уже даже вижу, что у тебя строится. И такое, знаешь, крайне неприятное, что у тебя строится. Хочу тебе сказать, доложить. Нет, нормально, все приятно, все нормально. Чтобы ты понимал, еще ни одного технологического центра нет. Серьезно? Как дела, Данил? Опа, что-то разрушил, хорошо. А эти придурки будут стрелять или нет? Что-то разрушил, хорошо. Походу не буду, им неудобно стрелять. Неудобно, но хорошо, когда неудобно. А им неудобно стрелять! Да там, чего у тебя там за проблема, Данил? Сейчас снесу. Да-да. Лёпок. Тушимся. Все, скорее тушимся. Пошел нафиг. Горит? Какой нафиг момент-то? Загорелось-то! Опа, что-то разрушает, что-то разрушает ему. Все четко, делаем, четко будет. Да, но зенитки автоматически, оказывается, работают. Офигеть, ты мне автоматически поджигаешь здесь все. Такое предположение, то что сложно будет немножко. Тут не немножко, тут будет сложно, очень сложно. Ого, тебя прокачка поперла. Угу, поперла. Давай. Кап. Пошел нафиг, хватит мне тут все сносить. Мне это еще нужно. Не зачем? Пригодится. Зачем оно тебе, Саня? Надо это все мне, Данил. Объяснишь, зачем? Нет, не объясню. Да хватит туда стрелять! Куда туда? Ты знаешь куда, все, закрываюсь от тебя, плохой ты человек. Все, жопа тебе. Довольно долго. А куда? Куда он снесся? Дурак, что ли? А что снеслось, Саня? Да ничего, не важно, что снеслось. Ну скажи, что снеслось. Не важно, сказал. Ого. Сильное заявление. Спасибо. А чё у тебя так много там всего? Ну а ты чё думал? Бляха-муха! Да хватит жечь меня! Ай, нога застряла в стуле! Чё ты там застрял? Нога в стуле застряла! База репит вся! О, снёс! Снёс у шлёпка какого-то! Хорошо. Чё ты? Минус 7 ветряки, Сань, говорят, да? Пошел нафиг. Энергии нету, капец. Мы тут тебе всячески способствуем. Твоему отсутствию. О! Что? А чё стало? Куда? Спуски, один залп и всё! Вот это удачно получилось! Охренеть, у меня там три пушки было! Три пушки строилось! Минус лицо, Данил, просто сюда! Как тебе лицо здесь сломать? Ну давай попробуем что-нибудь сделать. Хотя что мы сделаем? Нам очко. Да ничего ты не сделаешь. Все, очко тебе дадим. Блин, следующий выстрел будет не мимо, Данил. Юзаем способность.
На! Прям в генератор! Прям в генератор! Угу. Минус бобр мой. Еще и поджег все. Так. Огонь! Да! Мне не попал! Блин, прям в реактор! Я туда слеп. Ты потому что попал мне в эту хрень, в несущую колонну! У меня хило, у меня отвалилось полбазы. Три пушки, понимаешь, было там это очко. Не, это была победа, когда я тебе просто всю базу снес удачным выстрелом. А мы их защищено все было, придурок! Вот почему! У меня тыловая база была! Да, у тебя вообще не было. Я забыл про это! Бы ничего не упало. Два реактора на карте, два реактора, охренеть. Нафига? Мне кажется, если них не бахнет, то второй просто вниз полетит. Ой, блин, а у тебя там, слушай, красиво все выглядит прям. Мы хотим. Чего вы хотите? Хотим, а вот не скажем вам, мистер Квантум, что мы хотим. А вы скажите. Вы потом захотите... То же самое? Да, потом то же самое, просто захотите и все. Прохладно. Чё там у тебя отвалилось? Да, тут ломается, забей, это лишнее. Ага, я понял, ты там уже вовсю пошел улучшение клепать себе. Да. Хорош, дядя. Хреново получается у меня тут кое-что. Куда мне это поставить? Сюда, наверное? А я, значит, ставишь. Что я ставлю? Что-то нехорошее. А, у тебя шпион. Офигеть. Реально офигеваю. Охренеть, поставил там защиту? Офигел, что ли? Научился играть, бляха-муха. Реально. Да это ты реально, нереально. Что-то полетело, Данил, там в тебя. Е-мам. Данил, что-то полетело там в тебя, мне кажется. Я вижу что-то, Сань. Что-то полетело, Данил, в тебя. Ты решил минометом меня додосить, да? Ты дурак. Я хочу тебе производство снести. Ну, знаешь, у тебя пока что получается неплохо. Куда ставишь пулеметчиков? Кто-то разрешал тебе ставить пулеметчиков? Два, тебя кто-то спрашивал об этом. Что-то дофига возомнило себе, да? А знаешь, зачем мне миномет отдали? Зачем? Чтобы отвлекать их от моих ракет. Хрена мне тут снесло все. Запустил это! Ты чё, мудак, вообще? Сань, чё по наведению? Вообще мудила, что ли, охренеть? Чё по наведению, Санечек? А чё ты у меня горишь? А, у меня горит! Так, моей базе скоро очко приснится. Ракеты прям туда! Хорошо, ого. Гори, ясно. Это было сильно, дядя. Скоро закончится у меня патрон. И поставить еще вот так вот. Все. Пошел нафиг! Хорошо. Ага, откуда это прилетело? Оттуда прилетело. Все, сейчас отлетит до него. Трындыкс. Что такое трындыкс? Сейчас следующий заряд еще больше трындыкс до него будет. Да? Да. А ты серьезный дядя, получается. Я серьезный дядя, да. Оп-о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 п! Что-то разрушили, что-то там полетело. Фига, ну выносит. Но не то, что нужно, полетело. Отвлекайся! Все, бабах! Сюда, пушечку! Минус пушечку, хорошо, прилетело, хорошо. Нормально так залетело. На нафиг! Охренеть! На нафиг, ваншот, ванкил! А, там два реактора. А, у меня вообще ни хрена нету, да? Да, у тебя ресурсов нет, Саня. У меня вообще ресурсов! Я заметил. Пошел нафиг! Не пойду. Чинись, пожалуйста, чинись, надо починиться. Чего не хватает мне? Там тебе, мне кажется, всего не хватает, тебе как минимум одного реактора лишили. Полетел, давай. На! Что? Все! Налетался! Летчик! Победа! Ёбаные ракеты! О, это был жесткий уровень! Это просто адская карта. Здесь расстояние просто колоссальное.
Там, ну, лазерами, в принципе, попадать нормально будет, мне кажется. А что башня так с самого начала, как пельмень шатает? Да, такой полудохлый пельмень причем. Чё там отвалилось у меня? Я думал, у меня отвалилось, и ты, я, ты типа за меня переживаешь, уже испугался. Типа, думаю, ну за что? Чё-то аж вниз полетело, я охренел. Чё там вниз полетело? А я такой, да за что? Да куда? Ракета с зажигательными снарядами. Это что за хрень ещё? Поясни. За ракеты с зажигательными снарядами. Они не обязательно тебе знать за ракеты с зажигательными снарядами. Не долетает! Что вообще не долетело? Миномёт? Нормально? Не знаю, что не долетело. Не важно, что не долетело. Ладно, если врубим на вот так вот. Долетит? Да, так долетает. Так долетает. Ой, прям хорошо так долетает. Ой, прям поджигает. Прям хорошо так горит, поджигает. Неприятно, тебе хочу сказать. Хорошо, прям ой, как хорошо, я бы сказал. Фига мне тут курочит всю мою башню. Это-то дело ты не трогай. Это-то оно мое, родное. Там уже пулеметы поставишь. Вы их не добили, что ли? Вижу, что пулеметы тебя там особо не спасают, да? Ну, не без этого, конечно, не без этого. Что-то хорошее. А чё балка репит-то? У меня тоже балка репит. Я такой же. Да нафига так жить-то, ребята? Да все же мы люди. Оп. Оп-оп-оп, там нормально так подразрушил, хорошо. Да, прям прилетело. Знатненько. Ну-ка, а усиленные минометы собьешь? Сби усиленные минометы! Это уберите нафиг. О-о-о! Ой-ой-ой. Сейчас кое-кому что-то будет, Данил, здравствуйте. Баба! Здравствуйте. Один пулеметчик это все не собьет. Что не дает? Давай долет, пожалуйста. Угу. А чё перестало долетать? Я не понял. Вот и правильно. Нечего друзей обижать. Блин, мне что делать-то в этой крайне сложной ситуации сложившейся? Сюда. Жесть, там мне люди визжат. Давай туда его. Туда этого квантума. Не надо меня туда, дядя Хелдор. Что за фигня? А чё он больше не поджигает? Потому что запрещено. О, прям пулеметчика почти добил. Почти что было, да. Так, укрепляемся. Блин, я забыл тут починить-то. А как тут чинить-то? Тут уже чинить нафиг нечего мне. На! Сейчас снарядами с обещненным разом. Что за говновья прилетело сейчас? Горит все. Горит, да. Неприятно горит, да? Неприятно немножко. Нет, Сань, неприятно. Получается. Вообще, куда стреляю? Непонятно. Ой, блин. О, снес. Отлично, хорошо снес этих шашлычков. Крайне неприятная история сейчас у нас сюда сложилась. Туда же продолжаем мы настреливать. Хорошо идет. Так, нет, чуть-чуть пониже, чуть пониже нужно. А чё, давай. Можно потушить-то базу? Да вообще пофигу. Да тушите! Да. Так, этого хватит мне? Да, а как отменить удаление объекта? Я удалил себе, придурок, я удалил себе. Что ты удалил себе? Я удалил себе, блин, долбаную шахту случайно. Серьезно? Да. Горит. Квантум у нас горит. Это хорошо, когда у нас квантум горит. Ой, запустить. Диман, успел запустить, горю. Все хорошо, успел запустить. Так, еще сейчас подожжем. Еще? Я понял твою стратегию, вшивую подлоска. Хорошо, прям в реактор. Мы запустили это ему. Чёс! Полетел. Охренеть. Огонь это
тема. Это были башенки. Как тебе серия? Пиши в комментариях. Не забывай про подписки на канал. Квантум был с вами. Спасибо за просмотр. До скорых встреч.